Друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале новый влог, ответите на ваши вопросы. И еще у меня для вас хорошая новость. Помните, в одном из прошлых видео я спрашивал, во что бы мне поиграть? Так вот, я давно хотел и наконец сделал второй канал. Игровой. И уже залил туда первый видосик. И опять дождь. Да что такое, я все время в дождь, в грозу попадаю, не знаю. Погода портится. Вот он. Ух, какой он серьезный. Вообще странно, как пляж. Лежаки тут, зонтики и волчара тут бегает. Странный как вот курорт. С волками. Так что, друзья, теперь мы с вами будем видеться еще и на моем игровом канале. Ссылку оставлю в описании. Переходите, обязательно подписывайтесь. И не забудьте поставить лайк геймеру Булату. Кто где медведь? Пойдем быстрее проверь, кто где. Последние деньки выдались очень холодными. Я пару ночей даже в доме спал. И как-то вышли мы с человечкой гулять. Гуляем, значит, ведем светскую беседу. И тут до меня вдруг доносится запах. Я вообще сначала не понял, чем пахнет и откуда он идет. Чую сверху откуда-то. Поднимаю голову. А это, оказывается, человеки подвесили сало синицам. Это ж надо так нервировать бедную собачку. Прыгал я, прыгал и так и сяк. Никак не смог я до него добраться. Говорю человекам, это что ж такое? Собачке, значит, не надо вкусняшку, а синицам, значит, надо. Короче, наехал я на них конкретно. И не зря. Человеки испугались и выдали мне большую кость. Кстати, тут недавно кто-то мне написал, мол, почему такую страшную кость дают тебе, Булат? Нельзя, что ли, обычную кость дать? Так вот, отвечаю. Другие кости я могу сгрызть напрочь. Поэтому мне их не дают. И вообще, что страшного в этой кости? Ведь я большая собака, волк практически. Наверное, сильно впечатлительным не стоит смотреть мой страшный канал. И еще хочу ответить на несколько ваших вопросов. По поводу моего голоса. Некоторые пишут про мой писклявый, прикольный голос и что он не подходит такой большой собаке, как я. Но здесь в своих видео именно такой добрый, мультяшный персонаж. Да и по жизни я частенько веду себя как маленький проказник-щенок. Что и правда очень похож на какого-то смешного персонажа из мультика. Многие считают, что московская сторожевая – это опасная порода. Скажу так, в руках неадекватных людей любая большая собака может быть опасна. Я бы сказал, что московская сторожевая порода серьезная, которая требует внимания и воспитания. Ну, для угрожающих моему дому или моим человекам, конечно, я сразу становлюсь злым медведем. Но это и нормально, так и должно быть, я же сторожевая. А в целом я милый няша. Ну, вы и сами знаете, почему я всегда хожу на поводке. Друзья, как я уже неоднократно говорил, я собачка не декоративная. И вообще меня люди многие боятся. Да-да, я знал, что вы удивитесь. Вы же пишете, что я няша, ми-ми-ми, вот бы меня потрепать. Но на самом деле я охранник и сторожевой пес. И даже в безлюдных местах, например, на речке, существует вероятность, что из кустов вылезет какой-нибудь рыбак. А в лесу, что из кустов вылезет какой-нибудь грибник. И у меня такое было на речке. Полез я, значит, в кусты, а там бац, рыбак. Я был сильно удивлен, а рыбак был просто шокирован. Короче, это в целом правильно, водить больших собак на поводке, а в некоторых местах и в наморднике. Друзья, скоро День Святого Валентина. Я знаю, что многие не воспринимают этот праздник. Зато есть повод нарисовать мне валентинку. Присылайте свои валентинки, да и другое ваше творчество. Стихи, песни, пляски, рисунки, видосы в мою группу в ВК через «Предложить новость». А сейчас ваши комменты. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока, всех люблю!